Привет, друзья! Зашел сегодня в YouTube, собственно говоря, посмотреть, как у меня там дела обстоят. И прям реально был приятно удивлен, то, что у предыдущих двух видео и просмотров побольше, чем у всех остальных моих видео-блоги. Вот, это прям, да, там не миллион, конечно, просмотров, и даже не тысяча, там до сотни не доходит. Но по примеру предыдущих, то есть там 3-4 просмотра у предыдущих, а здесь уже 60 и там что-то, по-моему, 50 с чем-то. Это для меня это было приятное удивление, честно скажу. Здорово. И плюс еще 5 человек подписалось со вчерашнего дня. Спасибо вам огромное. А то, что добавляетесь, прибавляетесь, я прям реально этому рад. Прям это круто, я считаю. Это прорыв. Потому что если вы посмотрите, у меня там с 2010 года, по-моему, веду. Ну, точнее, эта страница есть, но там никаких этих подвижек сначала не было, а тут как-то прибавляться стали, наверное, потому что видео стал заливать. Реальные, не какие-то там глупости, скачанные с интернета, а реальные, то есть про себя. Вот. То есть, как бы, на позитивных эмоциях сегодня. Вот. Позитивных эмоций мне сегодня YouTube доставил, особенно благодаря вам, мои милые, уважаемые подписчики и подписчицы, если кого-то оскорбляет слово подписчики. Собственно говоря, основную работу я на сегодня закончил. Сейчас схожу в МФЦ, оформлю там кое-какие бумаги и пойду домой, немного приведу себя в порядок и побегу опять выполнять заказы по доставке. Пару заказиков там есть от моей службы доставки, и сделаю, буду от достависты делать. Поэтому день распланирован не конкретно по часам, а вот то, что нужно сделать на сегодня, да? Поэтому здорово все. И вам рекомендую планировать день свой. Это видит ваши достижения. То есть, чего вы достигли за сегодня. Какие цели вы достигли, а чего-то не достигли. То есть, там день выполнили все 5 пунктов. Молодец. На 100% день успешный. Выполнили всего там, к примеру, 4 пункта из 5, значит, на 80% день удался. Как-то так. Собственно говоря, не всегда получается так, как мы хотим, но к этому нужно стремиться. И стремиться, стремиться, еще раз стремиться. Поэтому все это, конечно, это прописные истины. И чем выше ты находишься на иерархической лестнице на работе, тем более успешный твой день. Но в том же отношении ваш день зависит, когда вы находитесь на руководящей должности, ваш день зависит от того, как вы построили работу подчиненных. А чтобы знать, как построена работа подчиненных, как лучше ее ставить, нужно начинать с самых низов. Прям серьезно. Блин, да это действительно какие-то прописные истины, я вам сейчас говорю, но тем не менее, это оно так и есть. Потому что пока вы не узнаете, как это работает, как каждый винтик, лучше на своем собственном примере, но хотя бы в теории, хотя бы посмотреть, как это работает. Один день там за одной группой людей посмотрели, другой день за другой группой людей, чтобы знать, как это вообще происходит и работает. Потому что обычно это как бывает, начальство приходит, работы нет. То есть все сидят, вы сидите. Ну, значит, можно сократить на одного человека штат. А это единственный день, там, условно говоря, за 2 месяца, когда вы просто сидите, там, чаи пьете, а остальные все дни вам тупо людей не хватает. Вот. Поэтому для того, чтобы
стать нормальным, успешным начальником, нужно в первую очередь знать, скажем так, нужды подчиненных и их работу, собственно говоря. Я так бизнес-тренером стану, я просто. Ну, кстати, не самая плохая, скажем так, работа. Даже говорят, прибыльная. Потому что он, как это, не помнит Джонни. Не суть важно, как он приезжал, короче. Там билет на него стоил самый дешевый, что-то порядка 200 баксов. На стадионе Лужники было. Это было 3 назад. Блин, на языке вертится. Не помню, как его зовут. Ну и, короче, он приехал, и там выступление у него было что-то 2, что ли, часа. Вот. Ты смог... И он, короче, вот из 2 часов, где-то 1,5 часа, говорил одну и ту же фразу. Ты сможешь. То есть, блин, чувак, я и без тебя знаю то, что я смогу. Это не мотивация. Прям вообще не мотивация. То, что я смогу, я себе точно такое же могу говорить каждое утро. Поэтому это, конечно, хорошо, мотивация, все дела, но пока ты не поймешь, как это работает, тебе никакая мотивация не даст именно финансовой свободы в этой отрасли, собственно говоря. Вот. Поэтому, друзья, что я могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на меня, жмите колокольчик обязательно, чтобы знать, как этот самый, когда выходят мои новые видео. Они выходят один раз в день, ну, это стабильно, ну, может быть, еще 2-3 раза, когда накатит, скажем так. Вот. Все, рекомендуйте меня друзьям, если вам нравится. Ну или если не нравится, то тоже меня рекомендуете, поржете хоть. Все. Всем мир. Любите маму с папой. И ни с кем не ругайтесь.